Всем привет! Сегодня у нас будет обзор 17-этажки серии P44. Вот. А вот P44. Я не знаю, уже забыл немножко. Такая вот прикольная. Вот моя любимая КПшка тоже там. Я на нем, верно, там тоже буду. Скоро. Так, там визит ВВД М100. Сразу беру ключ. Визит, короче. Следующее видео, короче, будет про эту. Про КПшку. ВВД М100. Так, сейчас включу авиарежим. Так. Сейчас авиарежим. Все, готово. Тут у нас КМЗ. О, какие-то серые. О, прикольно. Вот моя самая любимая серия. Только что-то не 17-этажная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Да, 16-этажная. Еще вроде должна быть 17. Такая вот кнопочка. О, сейчас вот моя будет первая КПшка. И, видимо, не только КПшка. Потому что там и, походу, и П-44Т. О, гляньте, и Волга едет. Интересно, куда? В общем, сегодня я очень дофига, видимо, поснимаю. Главное, я сейчас засниму ту КПшку. Мне, походу, придется через железный путь. Железнодорожный. Так. Вопрос тогда, как мне пройти туда. В общем, если не пройду, то видео не будет. Ой. Моя самая любимая планировка такая вот. Машинка, здрасте. Тут замок, видимо, вымыли, да? О. Вот посмотрим, что там будет в той КПшке. Здесь что там еще есть. Понятненько. Ну, в общем, что-то там я сниму, к примеру. Ну, вот КПшку обязательно сниму. И мне кажется, все. Я и так сегодня уже очень много чего переснял. Ой, снял. Минимал, к примеру, поставим. Ничего не будет. Вот середнячок, который я снимал. Вот. Походу, не работает. Маленький. Ну, в общем, посмотрим уже на первом этаже.
Вот, короче, Савелова, Марина Роща. Да, Марина Роща, я сейчас ровно в ней нахожусь. В общем, сейчас я отправляю на второй и посмотрю, что там с мелким. Что в шахте видел. Ну да. Короче, он работает, но у меня уже время немножко поджимает. Поэтому все, я пойду. Визит был в ДНСО, открывается ключом визит. Все, я пошел в копышку. Всем пока, ребят.